Жамбыльская область, Западная Европа, Западный Китай. Сегодня строительство этой дороги является крупнейшим проектом дорожного строительства на всем евразийском пространстве. Великая магистраль. Из цикла фильмов «Дерзкие проекты». Дивизион «Республиканское дорожное строительство» компании BI Group завершает строительство третьего участка транснациональной магистрали «Западная Европа, Западный Китай». И, как всегда, с опережением графика. В 2012 году, также раньше срока, были сданы в эксплуатацию первые два участка дороги – в октябре и в декабре. Сегодня более 90 километров первой технической категории с четырехполосным бетонным покрытием отвечает всем стандартам безопасности движения. Реализация данного проекта является стратегическим не только в масштабе Республики Казахстан, но и в плане международных отношений, так как данный участок пролегает по всей территории Казахстана и соединяет между собой Китай и Европу. На проект были привлечены тысячи специалистов. Мобилизованы заводы по выпуску бетона и фракционного щебня, грунтосмесительные установки, цементные склады, современная дорожно-строительная техника. Максимально привлечены местные жители. Я горжусь, что работаю на этом проекте. Я горжусь, что строю эту дорогу. А материалы и услуги использованы исключительно казахстанского содержания. Западная Европа, Западный Китай. Я говорю, так вот, для компании «Казахдорстрой». Эти участки были очередным вызовом. И заверяем, что компания честно выдержала этот экзамен. И на сегодняшний день является одной из крупнейших в нашей стране. Новый шелковый путь. Так называют эту великую магистраль, которая должна улучшить транспортные связи между Европой и Азией. Согласно плану реализации, автобан берет свое начало в Санкт-Петербурге у границ с Финляндией. Далее Москва, Нижний Новгород, Башкортостан. И, наконец, пройдет через Казахстан мимо городов Актобе, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Кордай, Алматы. И как конечная точка Китай, магистраль должна достигнуть побережья в Лянь-Юньган. Западная Европа, Западный Китай. Дорога, вошедшая в историю страны. Магистраль, изменившая представление о расстоянии. Высокоскоростная, выдерживающая вес тяжелых грузовиков, но остающаяся гладкой, как стекло. Новый шелковый путь. Великая дорога будущего. BI Group. За гранью привычного.